Приводить детей к стоматологу нужно начинать с самого раннего возраста. Первый прием должен быть до года. Это поспособствует тому, чтобы страх у детей в дальнейшем был меньше, поскольку эта проблема до сих пор очень актуальна. Если ребенок попадает к стоматологам в возрасте 5 лет, даже в том случае, если ему ничего никогда не лечили, он очень сильно боится. В нашей клинике мы понимаем это и стараемся организовать первый прием так, чтобы детям было максимально комфортно. Для этого у нас есть мультики во время приема, которые их очень сильно отвлекают, и доктора, которые проходили курсы по психологии, как общаться с детьми самого маленького возраста. Для начала мы стараемся ребенку в игровой форме объяснить, что мы делаем, в какой последовательности, как мы это все будем делать. Всегда ищем синонимы тем инструментам, которыми работаем, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он воспринимал это больше как игру, нежели как лечение. Мы чувствуем, что мы выполнили нашу задачу тогда, когда ребенок, вставая с кресла, улыбается маме и доволен.